фильме «Уроки фарси» режиссера Вадима Перельмана ведется рассказ о Холокосте. Подано это в виде трагикомичной истории хитрого еврейского юноши Жили Кремьё, обманувшего немецкого офицера. Есть что-нибудь съестное? Только бутерброд. Я дам тебе книгу, а ты мне бутерброд. Держи. Где ты взял эту книгу? Огонь! Я не еврей! На колени! Я перс! Ты правда перс? Наполовину. Если ты не тот, за кого себя выдаешь, я это выясню, и ты умрешь. После работы будешь учить меня своему языку. Действие картины происходит во время Второй мировой. Главным героем является бельгийский еврей. Он соглашается научить фашистского офицера языку, которого в природе не существует. За фарси молодой еврей выдает язык, который им самим же и придуман. Тарелка, рот, мясо. Придумывать слова нетрудно, а вот запомнить все. Основной, ключевой эпизод в фильме происходит, когда у Жили заканчивается фантазия, и он решает составлять слова из имен в журнале заключенных. Так фамилии жертв Холокоста увековечиваются в псевдо-фарси, который, по иронии судьбы, учит один из нацистов. Вы понимаете, что он говорит? Он зовет свою мать и хочет домой. Память в фильмах Перельмана вообще играет довольно важную роль. В уроках фарси надо не только жить, чтобы помнить, но и помнить, чтобы жить. Не быть раскрытым немцами и держать в голове гигантский словарь из несуществующей лексики. В финале Жиль перечисляет всех пленников лагеря, реконструируя их имена из своего псевдо-фарси. Все архивы вашего лагеря нацистам удалось уничтожить. Я могу назвать 2840 имен. История двух заклятых товарищей, офицера СС Коха и его пленника Жиля, рассказывается так, что при каждом сюжетном повороте сердце сжимается, как на хорроре. Дополнительные подробности о фильме в описании к видеоролику.